Ребятки, всем привет! Сегодня мы ходили... Я забыл очки Прага. Там? Да. Давай ее подержу. Подожди, вот это здесь. Вот, в общем, всем привет! Мы только что ходили. Вчера у нас был день дома, а сегодня мы ходили на завтрак... Ну да. На завтрак, который перерос в обед. В кафе он Маргарита с собой... Подожди, я заказала. Несет то, что она не съела. Мы вот недавно в этом, ну, тоже на прошлой неделе, по-моему, ходили в это кафе тоже. Я очень хотела там одно пирожное попробовать. Но тогда я заказала его, но мне принесли другое. То есть я перепутала название. Я уже была как бы наевшаяся, поэтому я заказала еще один. А сегодня я заказала, я таки нашла то пирожное, и меня спрашивают, это типа small или medium? А я знаю, что они как бы маленькие. Я говорю, ну, medium. Думала, если такое пирожное, то, наверное, оно будет где-то... Medium это средний. Ну да, средний. И получается... Надо будет его показать. Такое пирожное, как торт, знаете? Я думаю, блин, сейчас... Не-не-не-не, быстрее, беги! Ну! Там мы переходим дорогу, что мы стоим-стоим, а тут как зеленого света нет. А вот, кстати, загорелся зеленый свет. Мы уже дошли до машины, кстати, у нас похолодало, вот что я хотела сказать, вот Маргарита в курточке, Тарас в худи, Наоми в шерстяном платьичке, я, кстати, тоже в таком же худи, как у папы. Ты такой же обувь, как у меня. Да, кстати, давай покажем, смотри, вот, а ты покажи меня. Ты покажи свои ноги. Так нет, я еще хотела худи свой показать. Привет всем. Вот. У нас такой угадайте, где у кого ноги. И ноги. Размер один и тот же, ребят. А что там Наумочка возмущается? Наоми, я уже к тебе иду. Наоми мы одели слюняк, потому что у нее снова растут зубы. И просто слюни текут огромным-огромным потоком. Все, мы уже едем. Мы так что чуть не забыли коляску на улице. Так торопились все домой. Наоми уже спать пора. Наоми сегодня рано проснулась в 7 утра. Обычно мы просыпаемся в 8. Я в 7 встала, потому что так рано мама особо не любит вставать. И поэтому вышел папа. И когда... И Маргаритка папа решила папа помочь папе. Ну, Маргарита вышла вообще-то в 8. А, да? Нет, всем где-то 30-40. Нет, всем 30 только мы вышли из комнаты. 35. А, ну окей, тогда. Все, уже приготовила брокколи. Вот это Маргаритке насыпала, аж камера запотела. А это Наоми насыпала. Сейчас идем будем кушать. Завтракать. Смотрите, Наоми увидела, что у Маргариты забыла закрыть двери. И такая идет, идет туда во что-то такое запретное, секретное. По дороге, правда, ее отвлек ее же мячик. Сейчас посмотрим, как она зайдет туда. Смотрите, видите, оборачивается на меня, ждет поддержки. Уже думает, что такое, за ней никто не гонится, двери открыты. Это что же? Ну, он Маргарита говорит что-то, пару там слов. Много, что ты меня там? Вот так вот закрыла. Перед носиком малыша двери. Пошли, Наомочка, с тобой дальше. Но Наому не проведешь. Она умеет уже открывать двери. Смотрите, какие у нас тут новые умения. Вот. Ладно, Наоми, пошли. Не открывай двери, потому что Наоми под ними. Наоми поиграла на нашей детской площадке в доме, и теперь мы с ней будем готовить обед, а после обеда пойдем спать. Сегодня на обед у нас мы ставим вот такую вот пасту лингвини и будем делать соусом и с уточкой. Ну, а Наоми, наверное, будет пока что без соуса, потому что что-то у нее на что-то аллергика. Смотрите, какой у меня уже большой животик. Вот такой вот. Наоми играет там с какими-то бумажечками, а потом я их все соберу. Я-я-я-я, да.
чем пока мы поставили водичку. Ждем, пока она закипит. Бросим пасту, добавим соуса. Еще я сейчас должна порезать мяско. Встретила Наоми новая игрушечка. Смотрите, как ей нравится вот так вот она выглядит. Это от Fisher Price. Вот у нее там песенки, звуки. Я пока еще ее не распечатала. Сейчас распечатаю. Это ленивец. Потому что сейчас период такой у Наоми, что ей очень нравится все музыкальное. Сирена хочет, чтобы ты посмотрел, Тарасик. Ты хочешь, чтобы папа посмотрел? Let's sing. Да, какая у тебя игрушка интересная. Она танцует, вы видели это? Ты танцуешь. Hey, what's up? Как дела, Наоми? Вот интересно, как она догадывается, что нужно нажимать на кнопки? Вот это именно. Это невероятно. Она в роботе даже нашла кнопку, которая включает робот и выключает. Это ж надо. Просто непостижимо. Уму непостижимо. Come on, let's catch a color. Freeze dance. Freeze. Let's go. And freeze. No. Ну что, ребята, вот так у нас и проходят будни. Я сижу в номере на этой игрушке и развлекаю Наоми. А Наоми смотрит на меня и думает, почему же я там уселась. А еще, ребята, вы не представляете, но Наоми начала повторять разные звуки. То есть я, допустим, делаю... Та-дам! Это так мило! Я очень хочу, чтобы Наоми уже скорее начала говорить. А вы, ребята, пишите комментарии и ставьте лайк под этим видео, если хотите, чтобы Наоми уже скорее начала говорить. С одной стороны, я хочу, чтобы она начала говорить, а с другой стороны, еще пусть пока... Пока мы просто послушаем ее... Вот, смотрите, она стоит, и там вышли на балкон, и вот Наоми там пытается тоже понять, идти на балкон или не идти. Смотрите, она полностью оттуда дошла к маме. Да? Да. Наоми! Ты хочешь, чтобы его брат уже поскорее достать оттуда? Да. Он сидит за... Да, говори. Ой. Наоми! Все, она пошла тоже смотреть, короче, на балкон, что там, кто там туда пошел.